«Акбарс» сегодня проведет заключительный матч на предсезонном турнире в Магнитогорске. В последнем туре казанские хоккеисты скрестят клюшки со сборной «Рамазан-Тим». А накануне двукратные обладатели Кубка Гагарина с футбольным счетом уступили хозяевам льда местному «Металлургу». Судьбу противостояния решил единственный эпизод в дебюте встречи. Победу «Магнитке» принес точный удар Виктора Антипина на 7-й минуте. Взять реванш татарстанцам удалось в серии послематчевых бросков. Яни Пессанин реализовал свой шанс. Победное настроение надо сохранить на весь сезон. От своих подопечных президент клуба Шафагат Тахаутдинов ждет очередного трофея. Сезон начнется. Даже в начале сезона еще могут быть. Цыплят считают по осени. На финал какой? Ну как, только Кубок Гагарин, Татарин, как хотят назвать. Первый кубок есть и в коллекции молодежной хоккейной команды из столицы Татарстана. Триумфом «Барсов» ознаменовался турнир памяти Юрия Моисеева. Только в последнем туре дружине Всеволода Елфимова удалось обойти ярославский «Локо» на 1 балл. Отметим, что хозяева соревнований впервые празднуют успех за все время проведения турнира. Чемпионов наградили и индивидуальными призами. Эмиль Гарипов стал лучшим голкипером, а Олег Ломака – нападающим прошедших состязаний. Порадовал поклонников и «Уникс» на итальянском сборе. В городке Бормио казанские спортсмены выиграли уже 3-ю по счету товарищескую игру. В этот раз от рук баскетболистов пострадал «Галатасарай» Генри Домерканта 89-62. Ждут победы от футболистов «Рубина». В субботу казанский коллектив принимает соседей по турнирной таблице «Грозненский терек». Обслуживать встречу доверено московской бригаде арбитров во главе с Максимом Лаюшкиным. Стартовый свисток прозвучит в 2 часа дня. Всеволод Дворкин, Дмитрий Второв, «Вести Татарстан».